Я снимал когда-то про миндальный персик, вот он получился в октябре, уже поспели они, и получается персик миндальный, то есть внутри орех хороший, сладкий, и персик такой сладковатый тоже, ну, правило, терпковатый, потому что солнца было, наверное, мало, но он уже поспел, осыпается, и те, которые на земле, уже можно есть, как абрикосы, персики, три в одном, короче, персик, миндаль и абрикос, что-то такое среднее, ну, ближе к персику. Размер у него сантиметров 5. И вот он такой, хорошее большое дерево, древо орехово-персиковое.